Авторы идеи и продюсеры Винсан Шальвон де Версей и Дэвид Майкл. Алекс. Сэм. Кловер. Режиссеры Стефан Дери и Паскаль Жарден. Totally Spice. Порт 22 часа 53 минуты. Быстрее! Нам нужно вывести из строя центральный процессор. Если ты про эти мигающие штуковины, то я с ними быстро разберусь. Круиз «Дежавю», автор сценария Ричард Кларк. Вилла Спайс, 23 часа 49 минут. Почему это случилось именно в выходной? Вместо того, чтобы встречаться с каким-нибудь симпатичным парнем, я отмываю свой шпионский костюм. Совершенно с тобой согласна. Я бы делала сейчас себе прическу. А я бы читала интересную книгу. Может, возьмем и отключим свои икс-пудреницы, и не будет никаких злодеев, никаких заговоров. И никаких спецзаданий, которые нам постоянно дают. Ой. А, добро пожаловать, суперагенты. Бросьте, Джерри! У нас нет сил на новое задание. Даже если оно будет на Гавайях. Новое задание? Я и не думал об этом. Ведь оно могло бы помешать вашему двухнедельному круизу. Вы отправляете нас в круиз? На корабле «Вуптаник». Прекрасный лайнер класса «Люкс», только для наших агентов, и особенно для уставших агентов, которые давно нуждаются в отдыхе. О, вы даже не представляете, как это замечательно. Подождите-ка, а как вы узнали, что мы очень устали? Вы опять за нами шпионили? Конечно, я ведь все-таки шпион. Но иногда нам нужна свобода. Вы ее получите, как только окажетесь на борту суперлайнера «Вуптаник». Счастливого пути, Суперспайс. Бухта, 13 часов 26 минут. «Вуптаник». Это название вызывает во мне странное чувство. Забудь про свое чувство, Сэмми. Это отличный корабль. Здесь 3 бассейна, 4 спа... Могу я взять ваш багаж, дамы? И толпы красивых ребят! И я капитан Чатпреско. Добро пожаловать на борт нашего суперлайнера «Вуптаник». Добро пожаловать, дамы, в королевскую каюту. Это не каюта, а обувная коробка. Лично я не собираюсь оставаться здесь ни минуты. Пойду загорать и наслаждаться книгой «7 привычек самых успешных людей». А я пойду в салон и сделаю себе новую прическу. А ты, Кловер? А, что делают в круизах? Ищут приключений. Пойдемте, девочки. Ау! Какая здесь низкая дверь. Глава первая. Всегда верь в свои силы. Решила позагорать.
А? Да, решила. Должен сказать тебе, я сгораю на солнце в момент. И представляешь, я забыл свой крем от загара. Может, ты одолжишь мне свой? Конечно. Так приятно вырваться из офиса. Я возглавляю отдел материально-технического обеспечения в филиале Фиджи. Поверь мне, работа не из легких. В прошлый раз, когда я проводил инвентаризацию моющих средств, представь себе, у нас закончилось средство для чистки полов. Totally Spice. Номер 247А. Веселые кудряшки, отличный выбор. Эй, кто ты это? Я Шер, компьютеризированный робот для экспериментов. Сегодня я буду укладывать ваши волосы. Круто! Спасатель, можешь спасти меня, когда захочешь. Это моя работа, мэм. О-о-о! Мэм, очнись, я заигрываю с тобой. Да, мэм, но это меня не интересует. Не интересует? Мне нравятся девушки более привлекательные. Понимаете, девушки не очень привлекательные, кажутся мне скучными. Скучными? Пассажиров Тоника причин для беспокойства нет. Я контролирую ситуацию. Я! Полковник Натаниэль Нэш! Даже не пытайтесь остановить меня, суперагенты, иначе вам не поздоровится! Если я контролирую всех агентов на борту Воптаника, значит, скоро я буду контролировать весь Возл! Нам с девочками есть что ответить на это? Надо быстро расправиться с полковником Нэшем. Эй, вам нужна помощь? Нет, спасибо. Наверное, опытные суперагенты справятся с этим сами. Кстати, отличная прическа! Спасибо! Простите, капитан, мы хотели бы подать жалобу. Наша каюта слишком маленькая. Черная форма нам не нравится. И реагируете вы слишком медленно. Что происходит? Мы плывем на айсберг! Рычаг заклинило! Слишком поздно! Случилось что-то ужасное. По-моему, нам действительно нужен отдых. Все наши мысли только о работе. Эй, ну что это за завивка? Даже не продержалась. А я знаю, что я буду сегодня делать. Я тоже. Пойду схожу к Шер, приведу волосы в порядок. А я пойду в бассейн. Я покажу этому спасателю, на что способна. Пойдем, девочки. Ой, какая низкая дверь. Опять? Глава первая. Всегда верь в свои силы. Глава первая.
А что я делала вчера? Я ни одной страницы не прочитала. Решили позагорать? Ха! Да, решила. Только не это. Должен сказать вам, я сгораю на солнце в момент. И представляете, я забыл свой крем от загара. Ой, да, может, вы одолжите мне свой? Я даже не знаю, вы же брали его вчера. Вчера? Вчера я был на работе. Я возглавляю отдел материально-технического обеспечения в филиале Фиджи. Поверьте мне, работа не из легких. Опять та же история. В прошлый раз, когда я проводил инвентаризацию моющих средств, представьте себе, у нас закончилось средство для чистки полов. О, боже. Вот эту. И запомните, средство для фиксации должно фиксировать. Номер 195С. Гладкие волосы, отличный выбор. Яшер, компьютеризированный робот для экспериментов. Сегодня я буду укладывать ваши волосы. Ну да, кое-кому надо обновить память. Totally Spice. Спасатель! Можешь спасти меня, когда захочешь. Это моя работа, мэм. О, опять, мэм? Я просто хотела проверить, как тебе мой новый блеск для губ. Не такой уж и скучный, да? Нет, ненавижу розовый. О, какой грубиян! Пассажиры в оптанике. Причин для беспокойства нет. Я контролирую ситуацию. Я полковник Натаниэль Нэш. Подождите-ка, разве это не было сном? Даже не пытайтесь остановить меня, суперагенты. Иначе вам не поздоровится. Откуда я знала, что он собирался сказать? Если я контролирую всех агентов на борту Вапданика, значит, скоро я буду контролировать весь флотл! Нам с девочками есть что ответить на это? У меня такое чувство, что я уже это говорила. Ты не поверишь, все это приснилось мне вчера. Мне тоже. Теперь это не сон. Я знаю, вы хотите победить полковника Нэша, я могу вам помочь. Спасибо, не надо, Шер. Вы хорошо стрижете, а мы хорошо выполняем спецзадание. А я... Кстати, отличная прическа. Спасибо. Нэш не сможет захватить корабль, если корабль не сдвинется с места. Спустить якорь! Послушайте, разве мы ничего не проходили про якоря в Академии Вузу? Типа не бросать якорь, когда корабль на ходу. Подсказывает мне, что мы не утонули. Тебе тоже приснился этот кошмар? Тот же самый кошмар. Мне тоже. И моя прическа опять испортилась. Что ж, я пойду почитаю на палубе. Я пойду к своему спасателю. Он не сможет устоять перед этими духами. Ау! По-моему, ты уже ударялась здесь. Да, как будто это уже было. Постойте-ка. Три шишки. Три дня. Значит, это был не сон? Но если это был не сон, почему мы еще не на дне океана? Как будто наша жизнь превратилась в замкнутый круг. Эй, может, это как в том фильме, где у главного героя каждый день повторяется заново, и он ест все подряд, потому что никогда не растолстеет. Куда ты идешь? В буфет за сладостями. Кловер, мы должны остановить это. Кто?
кто-то за этим стоит. Мы должны быть начеку. Кто-то управляет нами, и мы должны понять, кто. Простите, это место занято, и у меня нет крема для загара. О, а все говорят, что я нервный. Ой. Номер 42Б. Душевное расстройство – отличный выбор. Какая разница? Завтра все равно от нее ничего не останется. Привет. Ашки! Ну, тебе нравятся мои новые духи? О, у меня Ашки! Этого не может быть! Ай! Что происходит? Кое-кто хочет захватить корабль. Пассажиры, оптаника, причин для беспокойства нет. Я контролирую ситуацию. Да-да, мы знаем. Вперед, суперагенты за дело. Эй, может, я могу помочь? Не думаю. Твое дело присматривать, как бы детишки не утонули, а мы, суперагенты, должны спасти корабль. Хорошая прическа. Спасибо. Мы хотим узнать, что происходит, и немедленно. Я только что захватил корабль. Вы знаете, о чем мы? Что за машину вы используете, чтобы контролировать сознание? О, она у вас за спиной. Шпионы, за борт! Тоттали Спайс. Все опять как обычно. Что мы делаем не так? Мне что, опять идти делать прическу? Вообще-то тебе повезло, что последняя прическа не уцелела. Надо разорвать этот замкнутый круг. Вперед! Давайте сделаем это. Я не пойду туда больше, Сэмми. Это как пересматривать плохой старый фильм. Точно. Это же корабль Возл. Джерри все время записывает все, что мы делаем. Что ты хочешь сказать? Значит, где-то должна быть кассета с записью за последние 3 дня. Нам нужно только просмотреть кассету и выяснить, что мы делаем не так. Идем! Ладно, это уже слишком. Это у бассейна. Я только посмотрю, что было вчера. Да-да, мы знаем. Вперед, суперагенты, за дело. Эй, может, я могу помочь? Не думаю. Твое дело присматривать, как бы детишки не утонули, а мы, суперагенты, должны спасти корабль. Хорошая прическа. Спасибо. Тебе понравилась моя прическа? Не хотела тебя огорчать. Подождите. В первый день агент из Фиджи предложил свою помощь, и мы отказались. Да, на второй день Шерп предложила свою помощь, и я отказалась. Вот что мы делаем не так. Нам не нужно больше отказываться от их помощи. Причин для беспокойства нет. Я контролирую ситуацию. Я! Полковник Натаниэль Нэш! Вперед, суперагенты! Сейчас или никогда! Мы с тобой разберемся, Нэш! Да? А где ваша армия? Вот она! Союз агентов Возл! Супершпионы Сэм, Алекс и Кловер просят вас о помощи! Ребята! Я думала, они хотели помочь! Ребята! Браво! Ладно, с меня хватит! Джерри! Поздравляю, суперагенты. Вы только что прошли специальный тест на взаимовыручку. То есть все это время нас тестировали, да? Верно. И все были подставными лицами? Все верно, даже я.
Привет, девчонки. Дин! Я знала, что что-то здесь не так. Я имею в виду, что ни один парень не может устоять передо мной с первого взгляда. А как же наш отпуск? Так как вы прошли этот тест, и так как вам действительно надо отдохнуть, я решил дать вам трехнедельный отпуск в любой точке мира. Хорошо. Мы выбираем Беверли-Хиллз. Беверли-Хиллз? И мы хотим, чтобы вы к нам присоединились. Я? Но зачем? Знаете, вообще-то мне нравится быть шпионкой. Не люблю, когда все одно и то же каждый день. Как на корабле? Или в школе? Это очень скучно, верно, Джер? О, знаете, девочки, сейчас вы могли бы быть на Гавайях. Или Таити, или на юге Франции. Просто мы подумали, что так будет справедливее. Нам бы не хотелось, чтобы вы провалили этот специальный тест нового моющего средства. Да уж. Я знаю, что вам интересно, как мне удается все время поддерживать такую хорошую форму. Вряд ли бы у меня это получилось без моего специального коктейля. Берете сок гуава и папайи. Добавляйте орех макадам, непроцеженный сок порея, половинку банана, щепотку дрожжей, два огурца в укропном соусе и душистую мяту. Добавляйте лед и... А иногда я просто съедаю обычное яблоко. Увидимся в спортзале.